Более миллиона рублей собрали погорельцам. Весной этого года в Касумкенте полностью сгорел дом семьи Мизамуддина. Благодаря фонду «Инсан» и неравнодушным людям удалось собрать необходимую сумму для восстановления жилья. Навестить семью и поздравить с новосельем пришли представители муфтията и благотворительной организации. Я очень благодарна всем, что в этот тяжелый период, в такую ситуацию, его так не оставили, в такой беде. Все поддержали. Дай Аллах всем здоровья, чтобы никого, никому не прикасались к такую беду, никому.